Здравствуйте, Вячеслав. Это видео про ваш одуванчик. Итак, я его запрограммировал от 2 до 16 и фокусное расстояние 58 миллиметров. И подготовил на переходнике место под его наклейку. Вот границы одуванчика обозначены. Вот клей. Внутри упаковочки с клеем лежит зубочистка для его нанесения. И вот таким образом он должен быть наклеен. Смотрите, здесь есть нюанс. Вот видите, задняя часть одуванчика. Вот задняя часть одуванчика чуть-чуть на долю миллиметра должна выступать назад. То есть нужно клеить не так, чтобы он был в стык задней стенкой с краем этого бортика, а чуть-чуть, буквально, вот видите, буквально на долю, на полмиллиметра должен быть сдвинут в сторону объектива. Это делается для того, чтобы контакты были на правильном расстоянии и не сломались при вставлении в камеру. Вот он, ваш одуванчик, запрограммированный, подготовленный. Эта сторона, на которую он будет наклеиваться, тоже зашкурена. Вам нужно будет только обезжирить уже поверхности спиртиком, нанести зубочисткой совсем чуть-чуть клея на место для наклейки и наклеить одуванчик по границам, которые я обозначил вот таким образом. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.